What's up, YouTube? Вы на канале High Clouds. И если вы смотрели наше предыдущее видео, мы там били бонги. В этом же видео мы будем бить вапорайзеры. Нет, вапорайзеры мы, конечно, бить не будем, это было бы просто бесполезно и глупо на самом деле. Сегодня мы поговорим про фирму Arizer, которая в этом и в предыдущем году обновляла свою линейку. Они выпустили Solo второго поколения, он стал более изящный, с экраном. Air второго поколения, который тоже обзавелся экраном. И выпустили абсолютно новый вапорайзер, у которого не было предшественников, под названием Air Go. Он самый компактный из всей линейки, о нем мы сегодня поговорим. Сегодня первый взгляд на Air Go. Погнали на стол. Оригинальная упаковка от серийного устройства, выполнена очень симпатично. Здесь есть отдельная выборочная лакировка у нас. Это не сэмпл, его вроде как и не подделают, но на всякий случай, чтобы вы знали, как все должно выглядеть. Но, конечно же, самое интересное у нас находится в коробке. Сразу встречает в коробке нас вапорайзер. Он у нас такой черный, матовый, из soft-touch пластика сделанный. Материал, конечно, очень приятный для вапорайзера. В принципе, мне нравится, как он выглядит. Такой квадратный, в руке лежит очень даже удобно. Но к нему мы вернемся немножко попозже. Давайте все-таки еще посмотрим, что у нас по комплектации есть. Например, в комплектации есть вот такой вот тут замечательный помощник. Им очень удобно пользоваться. У него очень мягенькая прорезиненная ручка. Поэтому прикольная вещь. Фирменный стиль Arizer Air. Есть у нас вот такая вот стеклянная трубочка, которая одновременно является и мундштучком, и камерой для растительных смесей. Что интересно, здесь есть вот такие вот колбочки. Кстати, две трубочки у нас таких и две колбы. Вот, мы можем сюда засыпать наш став, его вот так вот закрыть и поместить в эту стеклянную колбу. Допустим, мы можем сразу две наполнить и носить с собой. Как по мне, это очень удобно. Но в комплекте есть еще отдельные крышечки, тоже резиновые такие вот, для этих мундштучков. Сейчас покажу. Вот вторая. То есть в комплекте их всего две. То я показывал вам еще вапорайзер, в который заранее вставлена была эта трубка. Но сейчас, как мы видим, ее нет. Потому что, ну, мало ли, чтобы у вас не создалась иллюзия, что их три штуки в комплекте. Также еще в комплекте у нас есть сеточки, как мы видим. Не все их используют в Arizer. Некоторым достаточно сюда насыпать став. И напоминаю, всегда напоминаю в обзорах, что если вы засыпаете растительный материал ваш вапорайзер, не надо его сильно утрамбовывать. Это важно, потому что все-таки через эту камеру проходит воздух. И чем больше вы утрамбуете, тем он неравномерно будет испаряться и тянуть вам будет тяжелее. Вот такая вот симпатичная наклеечка у нас есть в комплекте. К сожалению, она не металлизирована, но в целом прикольная. Можно наклеить на раму велосипеда или на заднее стекло машины, хотя оно там недолго прослужит, наверное. Каждый ей сам найдет свое применение. Есть вот такой вот юзер-мануал симпатичный. Здесь все описано полностью, вся работа вапорайзера. К сожалению, на английском языке, но тем не менее, с картинками все здесь видно. Как можно заправлять удобно камеру, прямо ее туда всовывая, что мы, кстати, на видео не можем показать по понятным причинам. Ну и в целом тоже хороший мануальчик. Также в комплекте у нас есть фирменный USB шнур и блок питания, довольно неплохое зарядное устройство. И, кстати, производитель, ну, в принципе, как, наверное, и все производители, рекомендуют заряжать свой девайс только оригинальной православной зарядкой. Всегда приятно, когда в комплекте есть какие-то допы. Вот, например, вот такой вот замечательный чехольчик. Его можно повесить на пояс, и он достаточно компактный. Можно носить с собой вапорайзер. Мы не забываем, что у нас есть все-таки в нем стеклянные части. И поэтому эта вещь очень даже актуальная. Даже при недлительных каких-то коротких переносках я бы советовал пользоваться данным чехлом. Наконец-то мы добрались к нашему Air Go. Довольно компактная вещь, может быть, я повторяюсь, но все-таки размер здесь имеет значение. И для того, чтобы вам было понятно, насколько он компактен, я рядом положу, например, зажигалку Big или, допустим, IQOS, да, который намного больше, чем этот вапорайзер. Или вот мой веб-девайс, правда, он очень компактный, но в целом видно и понятно размеры. Да. Но интереснее гораздо будет сравнить с другими моделями, например, такой, как Air 2 у нас есть,
И вот старенький тоже есть, никуда он не делся. А Razer Solo тоже второе поколение. Насколько больше данный его по Razer, то есть можно увидеть. Что интересно, именно в Air Go, он работает практически на том же уровне, как и эти по Razer, да, но при этом размеры у него гораздо компактнее. Ну, тут уже, конечно, кому что больше нравится, как лежит в руке, но, как по мне, вот этот компактный по Razer в руке укладывается очень удобно. Из особенностей модели, что можно сказать? Здесь есть вот такая вот крышечка, которая скрывает наш стеклянный мундштук. И это очень даже неплохо, потому что мы его не сможем задеть. Стеклянный мундштук защищен. И почему здесь используются именно стеклянные трубочки? Материал, который не передает лишних запахов, что, на мой взгляд, очень важно и очень хорошо. То есть мы можем по-настоящему оценить вкус продукта, да? И поэтому это неплохо. Но тем не менее ее можно разбить, потому что скрывается она не до конца. Здесь она остается открытой. И я тут такой лайфхак придумал. Лайфхак открытого джима. Мы можем натянуть вот такую штуку. И у нас получится прям рация какая-то. Еще задняя крышка. У нас здесь съемный аккумулятор 18650. Она не люфтит, она прям очень плотно закрыта. И, на мой взгляд, это очень хорошо на самом деле. Контактная группа у нас на пружинках, поэтому с ней надо очень аккуратно обращаться. Внутри у нас тоже пружинка стоит. И сам аккумулятор 18650, который, в принципе, можно докупить какой угодно. Там самые лучшие аккумуляторы Sony, навряд ли с этим кто-то будет спорить. И их можно докупить на любых площадках, где продаются подобные штуки. Также в любых вейп-шопах, собственно говоря. И съемный аккумулятор — это всегда очень-очень хорошо. И это огромный плюс данному вапорайзеру. Давайте посмотрим на меню Vaporizer Air Go. Оно довольно специфически включается. Нам надо зажать вот эту кнопочку и вот эту. Вот он нам пишет Hi и показывает смайлик. В меню зайти очень легко. Нажимаем среднюю кнопочку. Здесь мы можем выбрать Цельсий или Фаренгейт. Если клацаем дальше, мы можем выбрать яркость экрана. Low, Medium, High. Мне нравится Medium. И также за сколько секунд будет включаться наш вапорайзер. Также звуки, то есть low, medium, high. Или просто выключить его. По разогреву камеры данного вапорайзера здесь тоже есть определенные нюансы. Все дело в том, что он не очень быстро разогревает камеру. Допустим, до там 190-180 градусов камера разогревается примерно за 30 секунд. До 200 градусов камера разогревается за 60 секунд. И камера будет разогреваться до 220 градусов примерно аж за 90 секунд. Что в итоге хочется сказать? Данный вапорайзер у меня не длительное время находится, и каких-то конкретных косяков я в нем не нашел. В принципе, все неплохо, все удобно, довольно компактная вещь. Подозреваю, что не всем может понравиться решение вообще Razer использовать стеклянные трубочки, потому что это не совсем практично, и мы их можем разбить. Как бы две есть в комплекте, это хорошо, но кто сказал, что мы не можем разбить обе? Но с другой стороны, через стекло передается более чистый вкус, без всяких лишних каких-то привкусов, и это, как на мой взгляд, тоже хорошо. Вот это вот решение тоже, ну, на мой взгляд, вроде как неплохо, но тоже сомнительно. В целом гаджет работает неплохо, гаджет выглядит хорошо, может быть без какого-то эффекта вау, но это личное дело каждого. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу Air Go, это будет интересно почитать. И также хочу попросить тех, кто не смотрел обзор на Vaporizer Vap Cup M от DynaVap, обязательно обратите внимание, потому что вот эта вот модель действительно меня удивила. И мне очень понравилось, может быть, и вам зайдет. Вот эта вот штука умеет удивлять. А с вами был Картавый Джим, канал High Clouds. Спасибо хедшопу Курилка за то, что предоставили данные девайсы мне на обзор. И спасибо вам за то, что комментируете, лайкаете
и делайте репосты. Увидимся на YouTube в следующем видео. Всем пока!